Вы задаете сложный вопрос. Очень трудно мне сказать. Очень много возникает разных мыслей, которые хочется транслировать, но нельзя. Но мне кажется, что один из каких-то таких очень, на мой взгляд, плохих качеств, ну, простить, наверное, все равно можно все в той или иной степени, но то, что для меня очень значимо, значимо плохо, мне кажется, это неблагодарность. А от неблагодарности это какой-то, на мой взгляд, такой корень очень многих ростков проблем по жизни, в жизни и так далее. В том числе там неблагодарность, там, не знаю, родителям, друзьям, себе, жизни, ну, как бы так, глобально.